Медицина, именно от нее зависит самое ценное – здоровье, а значит, удовлетворенность людей жизнью. От четкой, выверенной, прозрачной работы этого механизма зависит спокойствие, благополучие каждой семьи. Потому коренной модернизации отрасли президент Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание. И сделано за последние годы немало. Огромные объемы средств направляются в сферу. Только в 2022 году из бюджета на ее развитие было выделено 24 триллиона сумм. Это в 4 раза больше, чем в 2016 году. Как известно, 18 марта глава нашего государства провел открытый диалог с медицинскими работниками. 24 марта по озвученным проблемам и предложениям президент подписал распоряжение, в котором определены задачи по 7 приоритетным направлениям. Процесс модернизации сферы решения имеющихся проблем находится под постоянным контролем Шавката Мирзиёева. Сегодня попунктно анализировались меры по улучшению качества экстренной и скорой медицинской помощи, дальнейшему расширению доступа населения к ней. Эти звенья здравоохранения играют важную роль в сохранении здоровья и жизни человека в течение золотого часа, промежутка времени, позволяющего оказать наиболее эффективную первую помощь. За последние 5 лет многое было сделано для улучшения материального обеспечения и кадрового потенциала этих служб. В частности, было закуплено 2224 новых автомобиля скорой помощи, а количество современных реанимобилей увеличилось с 24 до 435. Организовано еще больше станций и бригад скорой помощи. При этом сумма средств, выделяемых на лекарства в расчете на один вызов, увеличилась в 16 раз, а ассортимент препаратов с 20 до 45. Отдельное внимание уделено и укреплению системы экстренной помощи на местах. В регионах создан 21 межрайонный центр сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний. В результате жители районов и городов стали меньше обращаться в областные центры. К примеру, в прошлом больные, получившие серьезные травмы в автокатастрофе на перевале Камчик, доставлялись в пункты неотложной помощи в Ташкенте и на Мангане, расположенные за 100 километров от места происшествия. Сегодня центры, организованные в городе Ангрени и Папском районах, способствуют решению этой проблемы оперативно. Вместе с тем имеются вопросы, требующие своего решения. Они, как мы уже отмечали, были подняты в ходе открытого диалога главы государства с работниками сферы. Так, в прошлом году поступило более 50 тысяч жалоб на задержки в прибытии бригад скорой помощи. Одной из причин является отсутствие единого управления службами. В частности, прием на работу в систему скорой помощи, обеспечение лекарствами, транспортом, топливом, координация работы водителей находится в ведении различных ведомств. Из-за такой неразберихи в управлении оказание скорой медицинской помощи ограничено территорией района. Станция скорой помощи, хоть и граничит с соседним районом, не принимает вызовы оттуда. Во многих машинах скорой помощи нет навигационной системы. 10 тысячам улиц до сих пор не присвоено название, а около 500 тысяч домов не пронумерованы. Экстренная помощь больному оказывается не в ближайшем к нему медицинском учреждении, а только в считанных, ранее закрепленных больницах. Этот порядок назван на совещании главной проблемой сферы. В связи с этим разработана отдельная программа по совершенствованию системы скорой и экстренной медицинской помощи. На совещании определены задачи по практической реализации программы. В частности, с 1 июля текущего года на базе единой вертикали управления будут созданы Республиканский центр скорой медицинской помощи 103 и его областные филиалы. В результате скорая медицинская помощь, исходя из опыта Ташкента, отныне будет оказываться не в пределах одного района, а в целом по области. Районные диспетчерские службы по приему вызовов будут упразднены. В регионах появится единый колл-центр. Наряду с операторами в колл-центре будут работать отдельная врачебно-консультационная бригада. Она до приезда бригады скорой помощи будет информировать ее о состоянии пациента, а также консультировать членов семьи по телефону для оказания первой помощи больному. К региональным колл-центрам также будут подключены частные клиники, имеющие службу скорой помощи. Эта практика сначала будет внедрена в Сырдарьинской области через фонд медицинского страхования, затем поэтапно во всех регионах. Ответственным лицам даны поручения касательно цифровизации службы скорой помощи и повышения квалификации работников системы. Поставлена задача запустить к концу года электронную цифровую карту Узбекистана и интегрировать ее со всеми экстренными службами.
Отмечено, что в 2022-2025 годах все ДАМАСы и другие устаревшие машины скорой помощи будут заменены современными автомобилями, в результате чего время прибытия бригад сократится в 3 раза. На сегодняшний день насчитывается 2695 бригад скорой медицинской помощи. В 500 из них не хватает врачей, а в целом в сфере более 6000 врачей работают по совместительству. Согласно международному опыту, не во всех случаях врачи должны выезжать на вызов. В связи с этим будет введена система сортировки в зависимости от сложности, актуальности и типа вызовов. В бригаду скорой помощи входят врач, фельдшер и водитель. В системе трудятся более 11 тысяч водителей. Как показывает зарубежный опыт, фельдшер скорой помощи одновременно является и водителем. Поэтому с нового учебного года молодых людей, обучающихся на фельдшеров, будут учить и вождению. Для этого автошколы будут закреплены за медицинскими колледжами. Подробности видеоселекторного совещания в наших последующих информационных выпусках.